Элитная набережная, геномный центр и кампус. В Сургуте ведется строительство научно-технологического центра. Началось возведение с укрепления берега реки. На сегодняшний день погрузили 560 трубошпунтов. Это около трети от всей протяженности объекта. Сегодня в рамках реализации карты развития Югры и федерального проекта «Партийный десант» депутаты, активисты и общественники посетили будущее место отдыха, оценили качество строительства и исполнение сроков реализации. Работа в лютые морозы – необходимость. Невзирая на погодные условия, строители укрепляют берег реки. Ежедневно погружают в воду от 10 до 15 трубошпунтов. Водонепроницаемая стена уже состоит из 560 металлических конструкций. Самая протяженная набережная в Сургуте обещает стать самой дорогостоящей и изысканной. Можно назвать его элитным. У нас материалы отделки – это гранитная плита. То есть на сегодняшний день часть материалов уже завезена. После выполнения берегоукрепительных работ и бетонных работ будет уже начаты отделочные работы по как раз таки граниту. Новая набережная – это один из первых этапов строительства научно-технологического центра в Сургуте. Общая протяженность объекта составит 1,5 километра. Сейчас выполнена треть берегоукрепительных работ. Строительных материалов, в том числе и гранитной плиты, достаточно. Общая стоимость набережной – 3 700 000 000 рублей. Деньгами объект обеспечен. Он финансируется за счет трех источников – федерального, окружного и муниципального бюджетов по программе «Инфраструктура». Бюджетного кредита. Это когда подрядчик строит, а по ходу выполнения работ получает деньги. Особенности интересные в плане каком? Все-таки есть фактор подземных грунтовых вод, которые нам иногда мешают работать, выполнять работы на определенных отметках. Ну а так, в общем-то, особых других технических особенностей нет. Для этого я сюда и поставлю, для того, чтобы все было в порядке, все нормы соблюдались. Бывают, конечно, там разные нюансы, но это мелочь. Все, подрядчик исправляет все наши замечания, все устраняет в срок и вовремя. Научно-технологический центр в Сургуте – один из самых крупных и долгожданных объектов. Общая площадь застройки составит больше 600 тысяч квадратных метров. На этой территории появится кампус, технопарк, геномная лаборатория. Для Сургута это будет целый микрорайон науки и образования. Эти кадры войдут в историю. Это будет потом, то есть такие публикации. Было, стало. Вот было, пока котлован, пока шпунт, еще нет заливных работ. А вообще здесь будет шикарная гранитная набережная. Это будет место притяжения для всех горожан. Здесь будет научно-технологический центр на этой территории со всей социальной инфраструктурой и выход на воду. Вот такая вот шикарная набережная. Это только начало. Помимо научных и образовательных центров, строителям предстоит проложить дорогу, возвести инженерные сети, локально-очистные сооружения, канализационно-насосную станцию. Ну а набережную обещают достроить в ноябре следующего года. Лиана Киэмова, Алексей Шахмаев, телекомпания «Югра», Сургут.